Слово телепублицисту Константину Викторовичу Семину. Здрасте. Здрасте, Александр Андреевич. Спасибо за возможность что-нибудь сказать. Я читаю газету «Завтра» с 19 лет. И, видит Бог, с большой теплотой отношусь к главному редактору, и он это знает, я думаю. Но, тем не менее, я принес сюда такой мешок соли для того, чтобы высыпать и в его раскрытые раны, и в наши собственные, потому что, думаю, раны у нас одинаковые. Мне кажется, что нельзя запустить русский реактор на руинах советского реактора. А принципы, на которых советский реактор был построен, прямо противоположны тем принципам, по которым устроена жизнь сегодня. И вообще, самих типов реакторов в природе существует не так уж много, как и в обыкновенной реальной жизни. Есть там ВВР-1000, есть РБМК, есть там Вестингхаус или Арива какая-нибудь. Но их немного. И, соответственно, есть капиталистический способ организации жизни, а есть социалистический. И чем больше мы углубляемся в метафизику сегодня, тем больше ущерб мы наносим физическим принципам организации нашего общества. Потому что каждый новый день доказывает нам, что эти принципы, на которых было основано советское государство, принцип, что общественное бытие определяет сознание, а не наоборот, они незыблемы. И я хотел бы обратить еще на одну очень важную деталь, мне кажется, сегодня не упоминавшуюся, такую контекстуальную, которая имеет отношение ко всем нашим проблемам и язвам. Я вот по коридору сейчас прогулялся, уткнулся в табличку с фамилией Столыпин, человек, который известен нам своей фразой о том, что если 20 лет спокойствия России будут даны без великих потрясений, то Россию мы не узнаем. Никто и никогда, более глупой мысли представить себе нельзя, никто и никогда России 20 лет спокойствия не предоставлял, предоставить бы не мог. И сейчас, как 100 лет назад утверждали классики политэкономии, так и сегодня в мире, в капиталистическом мире, назревают противоречия, которые имеют обыкновение раз в определенный период времени прорываться в войнах, в жесточайших конфликтах, в кровавых конфликтах. Мы видим, что планета беременна этими войнами. И сейчас, ставя вопрос о том, какой реактор мы можем перезапустить или пересобрать, мы в первую очередь должны спрашивать себя, в состоянии ли мы, в случае, если эти противоречия вновь полыхнут очередным пожаром, сохранить то немногое, что у нас осталось. И мы должны прямо отвечать себе, с нынешним общественным и экономическим устройством мы не уцелеем в этом пожаре. Мы не в состоянии обеспечить минимальную обороноспособность для того, чтобы оборонить этот самый реактор. Реактор должен основываться на базисе, как я уже сказал. Если в этом базисе кровь и пот большинства, несправедливость, слезы и безудержная эксплуатация, то надстройка не может быть сверкающей, ослепительной и божественной. И поэтому до тех пор, пока мы основы нашего экономического уклада не поменяем, ничего не изменится и в надстройке. Я рассуждаю не как перековавшийся марксист, хотя считаю, что пришло время реабилитировать классическую политэкономию, и она не противоречит, в общем, основным канонам христианства и православия. Я рассуждаю как журналист, который видит деградацию, декомпозицию нашей жизни, ежедневную, ежеминутную. Мы сейчас снимаем большой фильм об образовании, народный, не инициированный ВГТРК или кем бы то ни было еще. Он объединил 5000 человек из разных уголков страны, от Владивостока до Калининграда, людей, которые видят катастрофу ежедневно. И они ставят вопрос о цене эволюции. Мы очень много, и в том числе я, как журналист, говорили о том, что революция опасна, переворота нового наш реактор может не пережить. Но какова цена эволюции? Если завтра мы останемся с поколением людей, которые не сможет сесть за штурвалы самолетов, которые будет не в состоянии проектировать и испытывать новое высокоточное вооружение, которое не сможет встать за операционный стол со скальпелем в руках. Если завтра ценой эволюции будет размещение чужого высокоточного оружия в одной минуте подлетного времени от нашей столицы, то можем ли мы смириться с такой эволюцией? Можем ли мы без конца заклинать и оборонять стратегию эволюционного развития? Не будет ли такая эволюция дороже для нашего реактора, чем любая революция? Я говорю это потому, что еще некоторое время назад сам верил в то, что можно выкликать, вымолить православного, святого, некошерного русского олигарха, который будет строить из кирпичей, воссоздавать русскую матрицу, русский мир. Но я приехал из Брянской области некоторое время назад, где я снимал руины советских школ, построенных в советских совхозах и советских колхозах в 88-м, 89-м даже, казалось бы, уже конец советского мира. И тем не менее, деревни жили тогда, и газ проводился в эти деревни, и школы строились там. И я видел руины, кирпичи дымящиеся там.
Я видел то, чего я не мог представить себе еще некоторое время назад, когда вот был очарован всеми этими романтическими надеждами. Когда едешь по Брянской области к белорусской границе, по обе стороны дороги ты видишь колючую проволоку, потому что все колхозные и совхозные поля приватизированы и распроданы, и куплены тем самым появившимся, народившимся у нас новым русским, пасконным православным национальным капиталом, который выращивает на этих полях американскую мраморную говядину, чтобы продавать ее в дорогих столичных магазинах. А для того, чтобы расчистить площадь под этих американских быков, сосвету сживаются последние деревни и школы, оставшиеся там, а детей выбрасывают на улицы. Я стоял на могиле доктора физико-технических наук, завкафедры нанотехнологии в Южном федеральном университете в Ростове. Месяц назад этот человек повесился у себя во дворе. Я стоял перед железными ржавыми воротами его дома. Он повесился потому, что он не сумел набрать студентов на свой новый курс физтеха, потому что администрация вуза обещала ему одни параметры зачисления по ЕГЭ, а потом внезапно подняла входную планку по русскому языку. И дети, которых он лично пропагандировал идти в физике, не пошли к нему и не стали физиками. И он решил свою судьбу так. Не по-христиански. Я хочу сказать, что тот курс, который сейчас проводится в экономике и в политике, не является противоположностью курсу, сформулированному в 1991 году, когда разрушался советский реактор. Это естественное и закономерное продолжение тех принципов, которые были положены в основу новой русской государственности, той приватизации, которая была проведена в 1993 году. Все это закономерно, не произошло никаких фундаментальных перемен. Самое опасное, на мой взгляд, сейчас является то, что национальный капитал, выросший сейчас у нас, на смену пришедший всем этим Ходорковским и Гусинским, которые были всего лишь на самом деле интерфейсом для тех людей, которые задумывали разрушение советского государства и приватизацию общенародной собственности тогда. Все эти ребята были нужны всего лишь для того, чтобы сделать грязную работу и передать имущество настоящим собственникам. Так вот, национальный капитал и в национальных республиках нашей страны. Я проехал по Поволжью не так давно, когда мы готовили фильм, еще не вышедший, к сожалению, о набухающих гроздьях сепаратизма и ненависти в наших национальных республиках. Этот национальный капитал ведет себя абсолютно одинаково. Будь это татарский, башкирский, адыгский, чеченский или русский капитал, он ведет себя одинаково. Ему нужна идеология для того, чтобы защищать свои завоевания. То, что он проглотил в 90-е. Эта идеология становится национализмом. Это национализм местный, этнический, это национализм великорусский. Мы видим, к сожалению, я хочу сказать, что мы должны понимать очень четко, что с помощью идеологии русского мира, национальный капитал, которому выгодна эта идеология, пытается расправиться с остатками мира советского. Он сталкивает два этих мира. Он выращивает это противоречие. Мы наблюдаем, как это происходит на Украине сейчас. И я боюсь, что это может начать происходить и в других местах. Обелогвардеивание нашей сегодняшней действительности, попытка протащить какие-то коллаборационистские мифы, реабилитировать их, восстановить в массовом сознании, попытка демонтировать остатки советского идеологического наследия, прямо связанное с желанием национального капитала сохранить то, что было им завоевано. Если 8 марта этого года в центре Минска проходит при колоссальном стечении молодого белорусского народа концерт рок-группы, выступающий под символикой, напоминающей символику 30-й гренадерской дивизии СС, то это должно нас заставить насторожиться. И я хочу сказать, что такая реакция со стороны уже белорусского мира и белорусского капитала, который с помощью этого своего национального мифа отгораживается от экспансии русского капитала, закономерно. Я видел то же самое в 2009 году на Украине, когда до войны еще было как пешком до Луны. Но все уже ждали войну тогда, и все говорили тогда, что русские олигархи точно так же вкладывают, православные олигархи точно так же вкладывают в развитие украинского национализма и финансируют украинские националистические партии, как и в домашние националистические партии, потому что капитал не имеет отечества и нации, капитал интересует только прибыль. И мне кажется, что ключевая задача сегодня тех людей, у которых болит сердце за будущее русского народа и русского мира, защитить мир советский. И если мы говорим сегодня о рецептах, то единственным рецептом для спасения русского мира сегодня является ресоветизация, потому что это
единственная стратегия, которая позволяет изменить базис, без смены базиса, без перехода от метафизики к физике, потому что мы умираем физически сегодня. Может быть, мы спасемся духовно, но умираем мы физически сегодня. Я хочу сказать, что если бы... Это, конечно, очень важно, что в 41-м году появилась икона над Москвой, но если бы в 21-м году не начали испытываться созданные большевиками, в созданных большевиками институтах ракетные боеприпасы для миномета БМ-21, Катюша, если я не ошибаюсь, да, то икона бы одна не помогла. Одна икона не в состоянии защитить детей Донбасса. Необходима оборонная промышленность за спиной, которая в условиях столкновения с внешним империалистическим окружением будет в состоянии не одну армату для Парада Победы произвести, а производить их систематически и непрерывно. Так вот, я хочу сказать, что мы должны изо всех сил сейчас, православные мы, мусульмане, какие угодно еще, мы должны бороться за сохранение советской инерции. Потому что если эта инерция будет разобрана, если она будет брошена в качестве добычи местным национализмом, за каждым из этих национализмов, повторюсь, стоит капитал. Константин Викторович, регламент уже перебрали серьезно. То мы пропадем все. Я прошу у Александра Андреевича, человека, я уверен, с такой же красной основой, с таким же красным базисом, как и у тех, кто младше его по возрасту, я прошу заступничества от лица этого советского мира, который убивается на наших глазах и очень часто силами русского мира. Спасибо.